на самом старте этого небольшого марафона, марафона, который растянется на всю эту неделю, с сегодняшнего дня, с Дня молодежи и до Дня города Владивостока, Дня молодежной столицы нашей страны. И все эксперты, все самые крутые гости, которых мы пригласили специально для ребят Дальнего Востока. Ну и, конечно же, звезды будут для наших ребят. И, на мой взгляд, мы дали хороший старт. Вдвойне приятно, что это не только концерты, но это и смыслы, это и площадки. Вот сейчас была встреча, да, с губернатором, с министром. Общались на те вопросы, которые волнуют молодежь. Будут площадки госстарта, да, когда ребята пообщаются и поймут, да, какие-то вещи, связанные с государственной службой. Предпринимательская повестка. То есть это все то, что молодому человеку на сегодняшний день может быть интересно. Но при этом это 2,5 километра набережной, которая наполнена различными активностями, атмосферой. И вот эта атмосфера, она, конечно, зажигает молодых людей. Видно, как за последние годы в Владивостоке изменилась и набирает обороты та молодежная политика, которую мы так хотим, чтобы работала именно на самого молодого человека.